С приходом весны в городе Ош активно готовятся к празднованию Ноуруза. В этом году планируется отметить День равноденствия по-особенному. Как отмечают организаторы, мероприятия, посвященные Ноурузу, пройдут с большим размахом. Вечером 20 марта комитет молодежи при мэрии организует 4-часовой концерт под названием «Эстекалган Эскерлар», где будут звучать фольклорные произведения, кыргызские песни еще 19-20 веков. Ожидается, что праздновать Ноуруз в южной столице будут 2 дня. Так, в канун праздника на Центральной площади и еще в нескольких районах будут готовить сумелек. Кроме того, устроят соревнования по национальным видам спорта. Ну а артисты кыргызской эстрады порадуют гостей большой концертной программой. 21 марта на Центральной площади состоится торжественное мероприятие «Ноуруз-2019». Кроме этого, пройдут 3 масштабные выставки. Это выставка рукодельниц, выставка цветов, а также выставка национальных блюд. Идет подготовка к этнобазару, где представят необычные вещи, которые ранее не выставлялись. В этом году в праздничном концерте примут участие более 1500 талантливых артистов. Готовятся флешмобы, танцы, виртуозная игра на комузе, театрализованные постановки национальных обычаев и традиций. Запланированные мероприятия также покажут на открытии культурного вечера «Тюрксой» в Аше 21 апреля. Поэтому над подготовкой работают известные режиссеры и деятели культуры страны. Главный праздник весны проходит под идеологией, чтобы призвать народ к единству и к дружбе. Всем известно, что в этом году Ош объявили культурной столицей тюркского мира. Поэтому мы приехали сюда, чтобы оценить все возможности города. Сумеет ли город Ош, Ошская область, своими силами провести мероприятие такого масштаба? В ночь с 20 на 21 марта жители города Ош вместе встретят священный Кадыртын на главной площади, где также приготовят сумелек и организуют танцы, национальные игры до самого утра. Так организаторы просят горожан принять активное участие в эти дни. Сейл Карыбекова, Абайнур Большевиков, Бахтыбек Мамацаев, Пирамида, Ошская область.